Черные шорты, красная майка. Кто самый классный игрок? Наш Санька! Всем привет, меня зовут Маша. Всем привет, меня зовут Саша. Сегодня мы с Сашей решили снять очень интересное, необычное для моего канала видео. Мы будем друг другу задавать вопросы из той сферы, в которой мы разбираемся. Я Саша. А я Маша. Рубрика будет называться «Кто умнее?». Короче, поэтому поехали. Слушайте, вы вообще чувствуете, какое у него неистовое желание со мной вечно соревноваться? Ладно, я предлагаю уже не тянуть, потому что ссоры в нашей семье начинаются именно так. Поэтому давай, задавай свой первый вопрос. Маша, а знаешь ли ты, что такое в футболе офсайд? Я знаю, что такое офсайд. И что такое офсайд? Давай начнем с того, что это может быть момент, когда мяч выпадает за пределы поля. Это аут. Это неправильно. Аут. Логика правильная. Ты мне рассказывал. Да, да. Это я тебе рассказывал неоднократно. Это есть такая линия вокруг ворот, и, по-моему, там нельзя передавать пас или что-то вроде этого. Второй вариант тоже неправильный. Котенок, ну не отгадаешь. Это сейчас, очень сложно. Сейчас, подожди. Особенно для женских умов. Я же читала. Блин. Ты читала? Да. Она случайно увидела мой первый вопрос. Нельзя забивать гол, находясь внутри этой линии. Ответ правильный следующий, что нападающий не может принимать пас от своего игрока, находясь за последней линией защитников. Все, ну, то есть, вот так там звучит по-разному. Все, я поняла. Как еще называют скраб? Скраб? Да. Пенза? Нет. Хрусталики какие-то. Хрусталики, это был уже второй вариант. Какие-то... У тебя еще третья попытка. Скорлупа какая-то. Нет. Орешков там. Все. Ну, хорошо, не знаю. Гамаш. Гамаш? Нет, точно не знаю. Никогда в жизни не знал. Кашиш знаю, гамаш не знаю. Ну, ладно, я просто говорю то, что знаю. Скажи, пожалуйста, сколько нулей в квадриллионе? И что такое? Мне кажется, ты загуглил вопросы для гениев. Хорошо, давайте отталкиваться от того, что в миллионе у нас 6 нулей, в триллионе у нас... После миллиона что идет? После миллиона идет миллиард. Аллилуйя. Иди в задницу. В миллиарде у нас 9 нулей. Да. После миллиарда идет триллиард. Триллиард? Триллион. Триллион, да? Зачем тебе задал? Серьезно, подумаешь, что я тупая. В триллионе у нас... Как идет градация? 12 нулей. В триллионе? Да, 12. Четыреллион. Пятьлион. Триллион, квадриллион. Это 15 нулей. Скажи, что это правда. Квадриллион или квадриллиард? Квадриллиард, ой. Квадриллион. Ой. Триллион, но квадриллиард. Короче, все правильно, молодец. 15? 15 нулей, квадриллион, да. Что такое плампер для губ? Плампер для губ, для увлечения губ. Блин. Для увлечения. Он сегодня мои истории смотрел. Нет, я клянусь, не смотрел. Мы так громко разговаривали и смеялись, что Сэм проснулся, так что мы будем говорить чуть-чуть тише, чтобы его не будить до конца. Что такое карданный вал? Что? Карданный вал в автомобиле. Саша, ты прикалываешь? Ну, я знаю, что это в автомобиле. Ну. Как еще раз называется? Карданный вал. Карданный вал. Вал, да. Я пока посплю. Мне кажется, карданный вал делает так, чтобы колеса, передние и задние, двигались одновременно. То есть это какая-то связующая между передними и задними колесами. Я тебе зачту твой ответ. Да, это чуть-чуть не так. Карданный вал – это элемент машины, который передает движение на крутящий момент с коробки передач на шасси, на колеса. Сколько градусов в спирте? Блин, чтобы вы понимали, просто Саша занимался... Подожди. Да, давай расскажем. Ну не надо, я занимался водкой, продавал водку, все. Да, когда студентом был, он гнал самогон. Так, еще раз вопрос повтори. Сколько градусов в этиловом спирте? Мне кажется, он должен быть очень холодный. А чего он должен быть холодным? На градусовую температуру. Подождите, не Цельсия? Не Цельсия. Я думала Цельсия. 70. Неправильно. 100. Неправильно. 250. Вот это ты даешь. Нет, конечно. А сколько? 96. Я не любила химию. У меня в моей 24-й школе была такая не очень учительница по химии. Химии? Я надеюсь, она не смотрит. А я любила химию. Так, у нас счет 2-1, а я задаю следующий вопрос. Угу. Ты должен расставить в правильной последовательности использования следующих продуктов. Тоник, флюид, крем для лица, крем для глаз
и гель для умывания. Первое. Крем для умывания. Гель. А, гель, да, для умывания. Тоник. Флюид. Что там еще было? Ну, в принципе, крем для глаз и крем для лица. Последовательность плюс-минус можно менять в зависимости от того, какие текстуры. Вопрос из экономики. Вау. Да. Ну, такой... ты смотри осторожно, я экономику вот так вот по касательной проходила. Что такое в бизнесе margin call? Что первое мне в голову приходит, что это, ну, это связано с маржой, то есть с доходом. Margin call — это вот эта точка перехода от дохода, ну, когда ты получаешь доход, или когда ты уже... Давай просто разберемся, что такое margin, что такое call. То есть ты, ну, точку... ты просто звонишь человеку, который может решить твои проблемы, это ты. Но это какая-то совокупность действий, направленная на то, чтобы получать доход. Политэкономист. С университета. Третья моя попытка. Возможно, это связано с банками. И это действия компании, направленные на займ, на кредитование, для того, чтобы не уйти в минус. Короче, я не принимаю этот ответ. Извини, пожалуйста. Да. Скажи мне, что такое margin call. Margin call – это когда банк звонит заёбщику и говорит, что его застава реализуется, так как дальше... ну, и дальше, так близко было. Да, да, дальше, ну, там, терпеть риски они не, да, могут. Что такое капсульный гардероб? Что-то я даже читал об этом. Да. Ну, как читал, ну, я не помню, конечно же. Но я думаю, что капсульный гардероб — это луки целиком. Луки. Нет, это первое, хорошо. Капсульный гардероб может быть... состоящий, например, из нескольких вещей всего, основных, которые ты будешь носить. Это ближе к теме, но нужно еще, да, тогда углубить. Третья попытка. Это то, что тебе необходимо по жизни. Я не могу засчитать твой ответ. Хотя ты был очень-очень близок во втором ответе. Капсульный гардероб – это сезонный гардероб. Угу. Он подбирается на какой-то определенный сезон, лето, зима, осень или весна. И он зачастую состоит из 10-12 вещей, которые между собой отлично сочетаются и которые подходят как на вечер, так на день. В капсульный гардероб не входят зачастую туфли и аксессуары. Знаешь ли ты, чем отличается нокдаун от нокаута? Я раньше знала. Ну, не только про бокс, про все боевые искусства. Нокдаун — это когда от одного удара человек падает и не встает. Нокаут — это когда падает и встает. Это была первая Итак, попытка. Ответ. Нет. Нет, подожди, это была первая попытка. Да. Говори, а вторая... правильно, неправильно? Я не могу сказать, вторая попытка говори. То же самое, только наоборот. Да? Ну, я не засчитываю, здесь нельзя три варианта делать. Что значит нельзя? Ну, окей. Ну, у нас по правилам. Ты что, помнишь, мы правила разрешали? Ну, хорошо, окей, ты права. И да? Да. Назови главный цвет 2019 года по версии Pantone. Желтый. Чего ты взял? ХЗ. Мне кажется, Пантон именно так и выбирает. Ребят, какой цвет этого года? Зеленый. Ну, не знаю, может быть, лучше красный. Ну, давай возьмем оранжевый. Нет. Фиолетовый. Фиолетовый — это прошлого года. Факт. Цвет Пантон 2019 — живой коралловый. Называется Living Coral. Я даже не помню. Я выиграла. Да, да, на самом деле я ответила про все миллиарды и миллионы, и даже про вал. Ну что, давайте прощаться. Давайте прощаться. Вы Ты хочешь реванша? Вы же понимаете, ребят, почему я проиграл. Мы бы хотели попросить вас в комментариях написать, хотели бы вы вторую часть такого видео, потому что нам было очень интересно, согласитесь? Ну, согласен, мне было интересно. Довольно интересно. Так что ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на наш семейный канал. Давай, прорекламируй. Подписывайтесь на семейный канал. Все, всем пока. Всем до пока. Скорой встречи. Целуем вас. Обнял.